В Якутск прибыли путешественники из Уфы. Они должны доехать, в свою очередь, до Чукотки. Путешественников встретил наш корреспондент Петр Говоров. Сейчас я нахожусь на площади Петра Бекетова. Как вы заметили, два автомобиля за мной. Это марки УАЗ Патриот. Ребята патриоты, они экстремалы-путешественники. Общий стаж путешествий 15 лет. 400 тысяч километров езды на автомобилях. А, получается, они объездили всю Среднюю Азию. Это начиная Монголия, Китай, Таиланд. А, ребята поставили цель доехать до мыса Шмидта, который находится в Чукотке. Стартовали они 12 февраля этого года, 2018. 12 февраля с Уфы. Получается, они должны объездить ровно 29 тысяч километров протяженностью. То есть они с Уфы до мыса Шмидта и обратно до Уфы. Получается, в составе 4 человека, 2 водителя, 2 штурмана. Самые главные связующие герои – это Алексей Тулупов и Сергей Дюлин. Получается, 29 тысяч километров. И сколько они потратят дней и месяцев до мыса Шмидта? Ровно 2,5 месяца.